Здравствуйте. Сегодня у меня влог начинается поздно. Время уже 16:04. Я только-только выхожу из поликлиники в Красноярске. Сегодня утром, ну вы потом увидите, чтобы я была у Гали. Встала я где-то 6:30 и всем уже вызвала такси. Ну, мне говорят, все, 3 минуты, и такси приедет. Я думаю, ну ладно. Быстренько оделась, вышла. Прошло 15 минут, мне звонят. Водитель отказался ехать. Я говорю, ну вообще хорошо. Они, будете ждать следующего? Я говорю, ну конечно, я буду ждать следующего. В общем, я целый час простояла около дома. Ну и Гале неудобно уже звонить. Им на работу обеим было к 10. Думаю, не буду я их не напрягать, ничего. Но, слава богу, все успела, приехала. Сдала я анализы 3 раза. Сейчас вот была у эндокринолога. И, в общем, эндокринолог сказала, я сдавала много там и на гормоны, и много чего. Сказали, что все у меня хорошо. Единственное, что немножко надо помочь моим клеткам. Видимо, все-таки надо похудеть. Она говорит, инсулин у меня есть. Единственное, что он не в полной мере выходит. И сказала, что если так и останется, чуть-чуть сахара больше 10, то придется на инсулин садить, но на базовый. В общем, в сентябре приеду. И уже тогда будут смотреть, что же мне делать. Ну и понятно, что она сказала, это все зависит только от вас. Никакой доктор, никакая таблетка, я уже говорила, не поможет. Это только надо самой мне настраиваться. И тем более, что она сказала, что есть у меня свой инсулин. Все, сейчас поеду я уже на вокзал. Но на вокзале я пробуду еще 3 часа, потому что который автобус выходит, он вот буквально через 1-2 минуты уже отойдет. И следующий будет только на 6 часов, а время 3. 3:10 где-то. В общем, пока я в Красноярске. Я видела, там многие пишут комментарии. И вы извините, я, конечно, не отвечала. Как-то так у меня все это спонтанно получилось, что раз-раз уехала и никого не там, и на комментарий, конечно, не поотвечала. А здесь отвечать не могу, потому что планшет, который у меня, правда, с собой, нигде зарядить не могу. Зайду буквально на секунду, там гляну, в чем дело, ну, почитаю комментарии, а отвечать сильно не могу. Поэтому прошу прощения. Вот тут так шумно. Немножко покажу. Сейчас вот пойду на ту сторону, на автобус. Не надо так делать. Скажи всем привет. Привет. Всем привет. Заходила я в Галамарт. Здесь еще апельсин есть. И Настена приехала. Мы пойдем сейчас пообедаем. Настя купила себе зеркальце. Красотка. Кстати, в Красноярске снега вообще почти нет. Мама, все тает, ты посмотришь на дорогу. Ну. И всю зиму так было. Это у нас там столько снега, не знаем, куда вывозить. А тут вообще ничего. Раньше здесь были всякие палатки, сейчас, смотрю, все убрали. А там вот еще Амиго есть. Ну, Настя сказала, пойдем, мам, покушаем. Ну, пойдем сейчас мы. Можно в Чикендерес. Ну, лучше нормально поесть. Ну, там и картошка, котлетки, что-нибудь такое. Вон сколько елочек. Понавтыкали, они уже желтеют. Везде, по всему городу так. Да. Вот большой вокзал, красивый. Я билет уже купила. Тоже украшен. Где принесу,
Там внутри прям, да, в самом, по-моему, столовая хорошая. Да. Это бабушка всех материт. Да? Угу. Не, Руси кричит. Я проходила, она, правда, не на меня, на мужиков, как начала орать. Ладно, пойдем, вошли мы в кафе. Тут вот такая красота. Это Настя себе заказала. Она сказала, доем, что вы там, печеное доедали. И это я. Салат с ананасом. Все, приятного аппетита нам. Спасибо. Мне кажется, Насте лучше, когда волосы убраны. Да. Поспорим? Нет. Прошлый раз ты проиграла. Я проспорила уже. Ага. Вот у Насти остался шрам. Все равно видать немножко. Помнишь, как? Ой, как упала. С велика. С велика сильно. Он до сих пор это загорает быстрее, видишь, краснеет на холоде. Ну, как маленько так вот все было. И руки у тебя так шрамы, и ноги, все осталось, все в шрамах. И на носу у тебя родинка. Да, я знаю. Угу. Вот у тебя брови сейчас накрашены? Нет. Не ври. Это еще со вчерашнего маленького тут подкрашивала, и все. Ну, это вот Настя вообще не накрашена, вообще не красится. И на носу родинка. Ходила, говорит, с Любой в кафе, прислала мне фотографии, там суши ели. Димка ругается. Да. Но... По набережной, говорит, с Рыбой гуляла, тоже наругала ее. Сиди в общежитии на втором этаже на кровати. На четвертом. На четвертом этаже. Нет, я имею в виду на кровати на втором этаже. Это вообще ужас. Ну, маленько осталось. И скоро на первый этаж переедете. В смысле, кровати будут одноярусные. Одноярусные, да. Посидеть еще 2 часа. Какой 2? У тебя на 6:10. А время? Время без 10:05. Ну, 10:10. Ну, пошли тут погуляем. Пойдем? А то, вот, по идее, домой ничего не надо. Ну, в смысле, что там сладкого, а так всегда. Вот, вообще, вот мне вот всякие бугломарты и все всякие не очень не заходят в фикс-прайс. Потому что тебе ничего не надо. Ну, ладно, вот щетку мне надо, я купила. Вот зеркальце, я бы и без него прожила. Нет, я к тому, что я не могу домой приехать без ничего. Угу. Дети-то будут ждать, мама приедет из города. Помню, я помню, когда ты ездила в Санкт-Петербург. Какой Санкт-Петербург? Екатеринбург. Да. Второй раз. Первый раз ты со мной ездила, а второй раз ты одна ездила, да? Угу. Или первый раз тогда ты ездила? С Екатеринбурга притащила всякой фигни. Всяких там рожков красивых, сладостей необычных. Ну, я искала, ходила. Думаю, ну, что-нибудь того, что в Челябинске нет. Ну, и вот и сейчас тоже думаю, надо что-нибудь такое, чтобы детей порадовать. Мам приехала. Пошли, походим. Прибыли мы в Ачинск. Конечно, темень. Время уже 9 часов. Дома буду, наверное, 11:30 где-то. Ничего тут не видать. Я всю дорогу проспала. Все равно у Гали так тяжело спать, в том плане, что я все время боялась проспать. Просыпалась каждый час. Вот. Ехали мы 3 часа, и я все 3 часа проспала. Сейчас хорошо ездить в автобусах. Фильм идет. Вот такой у нас номер 584. Народу вообще мало. Мне повезло, я сюда, ой, в Красноярск ехала. Ну, народу было побольше, ну, человек там 15, никого ко мне не подсадили. А обратно нас вообще 4 человека всего. Не знаю, тут кто-нибудь сядет, не сядет. Вот такой огромный автобус, и нас всего 4 человека. Конечно, выходные, праздники, битком все забито. Там вот у нас видно-не видно будет. Чебуречная. Туда ехала, зашла, взяла пирожок. Так пожалела, выкинула его. Ну ладно. Всем привет. Том такая, раз ноги заставил.
ребятишки. Уська болит, ага. Ой, маленькая моя. Ушка болит. Я говорю, нельзя приехать без ничего. Она сразу что купила? Айда. Я купила совсем немножко. Показали. Какой-то силиконовый. Да тут что ли? Вон туда поднесли. Все равно дети спят. Вот купила я себе коврик силиконовый. Ой, как хорошо дома. Папа тут все. Когда мама приедет. Надо было самому вести ее. Угу. Папа. Мама. Открой. Не знала, чем вас угощать. Ура, ты захотела. Ага. Снятки выбирали. Я думала, купить что-нибудь. Необычное. Это да, это... Стиралки? Да. Нет, это... Ластики. Фрукты-ластики. А я и не посмотрела. Я купила ребятишкам в это играть. Они будут стирать тогда. Мам, я пойду ее. Это мне, да? Угу. Да. Это мне на паспорт. А мне еще не купила на паспорт. Ну, куплю себе стирать. Это мне Настя купила. В общем, это все, что я купила. Там надо поделки немножко доделать. Вот эти вот я взяла. Две штучки. А это я даже не почитала, что это стиралки. Это как я склеим плыва. Но думала, в домик куплю посудку. Что-нибудь такое вот. Ну, в общем, взяла. Ну, пусть я будет. Ага. Да, и это тоже. Там какую я открою. Тома, скучала без мамы. А? Ну, это моя кукла. Они тут и стирали все. Ой. Я суп приготовила. Ой, суп варили. Да, играться, ага. Они сегодня с Алинкой весь день проспали. Нет, полтрещего до полчаса. Голову Оля намыла. Угу. Ну все, приехала я. Да. Рада? И мама рада. Мама соскучилась совсем. Ну все, буду руки мыть. Все, Алишенька, скажи всем до свидания. Всем до свидания. Я спать. Только поздоровалась, уже всем до свидания. Я вам скажу всем до свидания. Ну, мам, приехала. Ага. Мы из Ачинска вообще вдвоем ехали. С Красноярска до Ачинска вчетвером. А вдвое... в больницу ехала. В больницу ездила. Томочка заболела. Ушко у нее заболело. Вот турындочка стоит. Врач назначила лечение. Девочка моя. Алина завтра в школу. Угу. Ну все, всем до свидания. Скажи, пап, ты не поздоровался, хоть до свидания скажи. До свидания. Да. Хотел сказать привет.